Скажите, пожалуйста, как вам понравился сегодняшний семинар? Ну, мне вообще очень нравится в клинике доктора Ведова, поэтому семинар не мог не понравиться. И для меня было несколько разных удивительных вещей. И я думаю, что всем, конечно, полезно посетить, не только тем, кто собирается косметологией заниматься, а это вообще для ежедневной практики любой женщины. Вот я пришла для того, чтобы... сказать, еще что-нибудь у себя усовершенствовать, чтобы поддерживать здоровье. Было сегодня что-то такое невероятное, что вас поразило из знаний? Ну, для меня всегда эффективность. Это, я думаю, самое такое, что необходимо всем, кто живет в городе. То есть ты раз что-то сделал и сразу получил результат.